Здравствуйте! Вы смотрите программу Ейской епархии «Хлеб жизни». В этом выпуске о знаменательном событии в жизни православного прихода станицы Есенской. В строящемся здесь храме Казанской иконы Божией Матери осветили и установили еще один крест, тем самым завершив возведение купольного ансамбля. Чин благословения и освящения новосооруженного креста совершил благочинный Ейского церковного округа иерей Дмитрий Самохин. Ему сослужили настоятель храма Казанской иконы Божией Матери станицы Есенской иерей Евгений Подвысоцкий и штатный диакон Спасо-Преображенского собора Олег Бесхлебный. Тем же мы, раби твои, таликие благодати твоя ту несподобшися, благодар несущий славу и благодарение и смиренное поклонение приносим твоему величеству. Ранним утром с зажженными свечами в руках молились Господу дети и пожилые люди. К будущему храму пришли станичные казаки и глава администрации сельского поселения. Освящается крестное сие знамение благодатью Пресвятаго Духа, окроплением воды сие священное. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Храм – это лучшее наследие, которое человек может оставить своим детям и внукам. «Если на вашу долю выпала честь строить Божий дом, – говорил великий православный подвижник и выдающийся пастырь святой праведный Иоанн Кронштадтский, – примите это как великий дар Творца, ибо десница Господня касается того, кто строит храмы, и многие грехи простит тому Господь». Мы с вами все временно на земле живем. Уйдем в вечность, а здесь будут молиться о строителях, благоукрасителях, жертвователях святаго храма сего. Ну и, может быть, милость Божия на нас воссияет нам, грешным. Хочу поблагодарить от лица всех наших прихожан и выразить огромную благодарность вообще всем тем, кто участвует в деле созидания нашего храма. Кто не участвует, я надеюсь, что тот будет участвовать. И Господь Бог дает для вас такую возможность потрудиться во славу Божью, тем самым стяжать небесный венец, потому что строительство храма – это особое дело, и особым образом Господь призрит на тех, кто участвует в этом благом деле. Поэтому спаси Господи всех вас, надеюсь, что Господь благословит молитвами отца Дмитрия, владыки нашего, всех это дело. После общей молитвы и окропления купола и креста святой водой за дело взялись строители. Ввысь устремилась стрела подъемного крана, неся к месту назначения детали конструкции. Слаженная работа бригады специалистов позволила быстро справиться с ответственной задачей. На радость станичникам, рядом с сияющим золотом куполом, установленным минувшим летом, теперь занял место еще один. Установка на здании возводимой церкви еще одного купола, увенчанного крестом, стала возможна благодаря жертвам. Жертвователю, местному фермеру Роману Синчило. Ой, красота, гляньте. Слава Богу. Помещение, в котором уже не один год ведутся ремонтно-строительные работы, было безвозмездно передано церкви одним из станичных сельхозпредприятий. Когда-то тут была баня, люди приходили, чтобы вымыть тело. Теперь здание будет служить куда более высокой цели – очищению души. В 2017 году это здание нам передал местный колхоз «Есенские зори». К сожалению, директора сейчас тут нету, сейчас уже сменился. Вот. И мы принялись за работу. В первую очередь, с Божьей помощью нашли средства на приобретение куполов. И вот, наконец-то, настало их время, и вот они сегодня были установлены. Во-вторых, мы провели огромную работу по демонтажу потолочных стеновых перекрытий, совершили перепланировку, установили двери. Далее, внутри храма мы сложили блочный иконостас. Блочный, потому что он будет на себе также нести конструкции, то есть он будет несущий. Также мы выложили стену из блока. Входную тут не было стены раньше, тут просто было такое огромное, как бы просто проем был. Ну и во-вторых, электризировали помещение, провели работу и физическую с электричеством по установке всего, и еще тяжелее юридическую работу.
Станица Есенская была заселена в 1873 году жителями малоземельных станиц. В 1884 здесь вместо временной появилась постоянная церковь во имя Казанской иконы Пресвятой Богородицы. В 1934 она была разрушена, впоследствии на ее месте построили внушительных размеров Дом культуры. Он действует и сегодня, а богослужения проходят напротив, в действующем храме Казанской иконы Божией Матери по улице Шевченко, 54. Приспособленное ветхое здание – дом священника, который служил в той самой первой уничтоженной атеистическим строем станичной церкви. В ней, к слову, до революционного 1917 года служили в будущем причисленные к лику святых новомучеников священники Дмитрий Глевенко и Николай Кандауров. В советский период в помещении располагались самые различные организации, а православный приход здесь был организован в 1991 году. Вот эти вот иконы, это еще из первого храма самого. Это икона Иисуса Христа, вписана икона Божьей Матери. Это из того храма, который был уничтожен, взорван. Кто-то из бабушек в свое время, когда вот это взорвали, быстренько забрали, унесли домой, где-то спрятали и потом сюда принесли. Прихожане вместе с батюшкой, назначенным сюда настоятелем в июне 2016 года, с любовью относятся к своему маленькому храму. Сохраняют многочисленные, удивительные по красоте старинные иконы, заботливо берегут и совершенствуют, что имеют, но мечтают и предпринимают усилия для строительства нового здания церкви. Поначалу очень тяжело было, и помощи не было ниоткуда, только вот сами наши прихожане. Ну, а что это бабушки? Ну, вот они чем могли последнее, как бы несли, чтобы мы тут делали хоть как-то, хоть что-то. И, слава Богу, меценаты нашлись, вот, и мы за счет этого смогли сделать то, что мы на данный момент сделали. Из фермеров потихонечку начали люди подтягиваться. Сейчас только один в данный момент фермер нам оказал помощь. Но я надеюсь, что остальные тоже посмотрят на добрый пример своего собрата и будут помогать. Я вообще из церковной семьи. У меня наш старенький храм, который находится на улице Шевченко, создавала моя бабушка. Ее сейчас уже нет, она умерла. И вот они, как они по камешку создавали, они ходили, выпрашивали этот молельный дом, который сейчас там стоит, да. Вот они ездили в Краснодар, в епархию, все это было очень давно. Потом они этот храм ухаживали за ним. Вот этот молельный дом стоит у нас в Есенке, да. А вот буквально вот 4 года назад у нас появилась в нашей станице Солнышко, это наш батюшка, отец Евгений. И вот благодаря батюшке все скептически относились, никто не верил. Но батюшка потихонечку, молитвами, просьбами на службе, что будет, все будет. И вот его вера как-то вселила в нас, что все это будет. И действительно, вот через время у нас, я считаю, это очень короткое время, у нас появляется такой храм. Несколько лет назад отец Евгений для сбора средств на строительство храма кинул клич интернет-сообществу. «Помогите состояться благому делу. Храм строим, жертвуйте». А батюшке-блогере, строящем на месте бывшей бани храм, тут же заговорили многочисленные СМИ. Обращение священника было результативным. Тогда вот мы смогли найти средства на покупку куполов, которые мы сегодня установили. Вот. Ну а так, конечно, особых тоже каких-то финансовых оттуда нету потоков. Но по ниточке, по копеечке, потихонечку мы что-то строим. Один очень уважаемый иеромонах, такого же возрасте, давно, когда я еще был только молодым, еще совсем священником, подошел к нему взять у него напутствие. Он сказал, что читай каждый день акафисты, и все у тебя будет, все построится, все сделается, все проблемы решатся. И вот сейчас я каждый день, ежедневно читаю молитвы, молебны, акафисты, даже сам читаю келейно, это не обязательно там в храме, но каждый день я это делаю, и потихонечку народ Божий потихонечку консолидируется вокруг нашего благого дела. Благодаря пожертвованиям жителей станицы Есенской и финансовому вкладу подписчиков аккаунтов настоятеля храма, рассказывающего интернет-пользователям о нуждах возводимого сооружения, стройка не останавливается, с каждым днем делая ближе день, когда радостный звон колоколов созовет людей в новый просторный храм.
В нашей стране ежегодно в сентябре отмечают Всероссийский день трезвости. История этого праздника берет свое начало в 1913 году. В то время количество продаваемого и потребляемого алкоголя в стране стремительно росло. Этому способствовал технический прогресс, позволивший наладить потоковое производство дешевого алкоголя, в основном водки. В этот же период возникло и активное трезвенническое движение, инициированное православной церковью. Члены обществ трезвости пропагандировали жизнь без алкоголя. Они проводили воспитательные беседы, распространяли листовки и журналы. А одним из значимых результатов подобной просветительской работы стал праздник «День трезвости», который проводили с 1913 года ежегодно вплоть до революции. Даты выбрали 11 сентября – праздник усекновения главы святого Иоанна Предтечи. Согласно Евангелию, именно в этот день Иоанну Крестителю по приказу царя Ирода во время пьяного пира отрубили голову. После революционные годы День трезвости из-за своего церковного происхождения был упразднен, а советская власть начала вести антиалкогольную политику на государственном уровне. В современную Россию праздник вернулся в 2005 году и вновь с подачи Русской Православной Церкви. 11 сентября нынешнего года святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем обращении во Всероссийский день трезвости сказал: «Именно добродетель трезвения, то есть духовного бодрствования, позволяет человеку распознавать и пресекать греховные мысли, смотреть на себя и окружающий мир в свете заповедей Божьих, не поддаваться соблазну и не находиться в плену страстей. О важности трезвого образа жизни, опасности употребления алкоголя для души человека говорил в проповеди, находясь на территории своей второй кафедры таджикистанской в Свято-Никольском кафедральном соборе Душанбе и владыка Павел. Недуг пьянства связан с влиянием бесовского мира. Бывает, человек сам понимает, ну, нехорошо пить, но не может уже от этого. Это страсть, это болезнь. И дьяволу нравится такой недуг человека. Пьяный человек, он более подвержен бесовским влияниям. И поэтому Церковь Христова не только увещевает, но и молится об этих несчастных людях. А в Ейске по благословению правящего архиерея во Всероссийский день трезвости в седьмой раз состоялась акция «Алкоголю нет». Алкоголю нет, заразим мир добром. Инициатор антиалкогольной акции иерей Сергей Клевекин, ключарь Свято-Никольского кафедрального собора. После молебна о страждущих страстями винопития и прочих зависимостей, батюшка вместе со своими помощниками, в числе которых медицинский работник, представители районного молодежного центра, посетил учебные заведения, в частности, Ейский морской рыбопромышленный техникум. Встретился со зрителями Всероссийского фестиваля уличного кино. После тематической беседы вручали безалкогольные подарки. Мои помощники, в первую очередь, это прихожане, которые помогают физически. Они клеят наклейки, когда мы привозим лимонад. Это подписчики моих социальных сетей, которые жертвуют средства. Люди, я к ним обращаюсь, и уже вот какой год подряд они помогают финансово. И у нас получается приобрести лимонад в достаточно большом количестве. И потом с прихожанами подготовить бутылки к раздаче ребятам и через это проповеди. Еще древний врач Гален говорил, что все, яд и только лишь доза делает его лекарством. Такая же ситуация и с алкоголем. Небольшие дозы хорошего алкоголя по праздникам, в кругу семьи или в какой-то приятной компании никому никогда не вредили. Более того, учеными подтверждено, что профилактика некоторых заболеваний, в частности сердечно-сосудистых заболеваний, одновременно с этим чрезмерное употребление алкоголя, употребление алкогольных суррогатов, алкогольной продукции в больших количествах приводят к огромному числу проблем, в первую очередь медицинских, ну и, конечно же, социальных, потому что все преступления, аварии, они чаще всего происходят на фоне алкогольного опьянения. Когда отец Сергий спрашивал, какой сегодня день, люди знают, что сегодня день трезвости. А немножко с удивлением они относятся к тому, что так вот внезапно раздают лимонад, но, опять же, этот лимонад – это как символ того, что надпись на лимонаде о том, что алкоголя нет, потому что сегодня какой праздник, то, что сегодня день трезвости, и какой смысл он в себе несет. Вы смотрели программу Ейской епархии «Хлеб жизни». Всего вам самого доброго и до встречи в эфире.